Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Ну а сейчас специальное видео для студентов. Ну, вот смотрите, парень. Денис, видали? Нет. Денис, расскажи, ты студент, да? Нет, мне уже стыдно себя назвать студентом. Я уже стыдно? Еще, да. Ну а студентом ты еще числишься хоть, нет? Денис, а студентом ты числишься еще, нет? Ну я как бы числюсь, но я стараюсь говорить, что я просто человек, потому что студент для меня это как понятие легкомысленное. Не, ну ты... А реальный человек, ага. Дубасит бабло, вот и все. Молодец. А студент сидит в общаге и пьет пиво. Бухает, правильно. Да. Слушай, подожди, а что там про зачетку ты вчера мне рассказывал? Ну, что можно, ты там с ней делать хотел? Не знаю, может спалить зачетку можно или порвать, не знаю. А что ты так решил? Че ее рвать? Ну, там же, не, подожди, там же, короче, 200 баксов или 300 ты же будешь зарабатывать после универа. Я? 200-300 баксов не надо, что ли? Ты что, даже побухать сколько можно? Все же хотят на завод. Мама, папа на завод. Да, моя мама и папа хотят на завод. Но я сказал, идите вы все нафиг со своим заводом. Ого. Я буду здесь рубить. Потому что здесь можно зарабатывать деньги. Да, ну ты что? 1000 можно, 2000, сколько хочешь. Сколько тебе надо, ты столько заработаешь. Да, ну ты что? Да ты что? А в прошлом месяце сколько у тебя было, подожди? Да. 200 баксов было? А, нет, ты говорил, чуть-чуть больше, ну, походу. В прошлом месяце было немного так. Не сильно? 150 долларов. 150? А всего сколько там у тебя было, подожди? В общем... Уже больше 1000, да? Да, больше, но... А, не, ну чуть-чуть пока еще, да, слабовато, да? Да, для слабовато студента. Еще, а если еще не бухаешь, как ты, да, ну, как это мы нормально. Работаем? Нормально. На хлеб куда хватает, в принципе, там, а, ну я. То есть купить хлеба, масло хватает. Ну, короче, нормально. Штука там на хлеб хватает, да? Да, да, хватает. А, ну ясно. Тогда нормально, ладно. Кто не бухает, 1000 там хватит на хлеб. Да, походу. Да. Ну, вот тут еще постарше нас. Тоже Дениса снимаем, а? Вот, ну тут Денис их впечатлил, да, говорит, зачет крывать будет нормально. Ну кто хочет, оставайтесь там у себя в универе, короче, за 200-300 баксов, потому что на работу. Ну а мы как бы здесь будем, так что давайте.